Здравствуйте, с вами Андрей. И сегодня я вам расскажу про бензиновую газонокосилку DLM45SP. Давайте посмотрим. Ну, к сожалению, один я ее оттуда, наверное, не вытащу. Но кое-что покажу. Травосборник на 50 литров. Ручка из очень прочной стали. А вот здесь она. Здесь также дополнительные крепления для ручек. Ну, в принципе, все. Сейчас я ее вытащу из коробки, поставлю на стол и расскажу, как ее собирать. Ну что, начинаем сборку. Для этого надо установить вот эту ручку. Это у нас ручка номер один. Пускай так ее будем называть. Ставить болты. Внутри находится гаечка на 8. Не потеряйте. Если что, придерживайте пальцем. Ставим один барашек. Ставим второй барашек. Зафиксировали ручку. Ставим вторую ручку. Для удобства сразу возьмите болт и оденьте вот так. Ну вот, закручиваем барашек. Ставим на место тросики, чтобы они у нас не болтались. Ставим травосборник. Заправляем бензин, масло и можно косить. Ну что, попробуем ее в работе. Мощный двигатель 4,5 лошадиных силы, травосборник 50 литров, ширина среза 45 сантиметров. Попробуем ее на прочность. Выжимаем ручку и заводим. Итак, мусоросборник наполнился, индикатор не поднимается. Снимаем. 50 литров. Посмотрите, сколько мы скосили. Но больше мне нравится, что действительно, как пылесос, участок становится чище, красивее. Мягкая тряпичная конструкция травосборника обеспечивает вентиляцию и максимальное заполнение его травой. Очень удобно. Также есть регулировка высоты кошения. Легкая регулировка. Вот это максимально, когда трава высокая. Это минимально, то есть все очень просто, все легко, тем более это можно делать даже ногой. Ну что я могу сказать? Во-первых, легкий старт, easy start. Во-вторых, мощность двигателя 4,5 лошадиные силы. Это что-то значит. Большой травосборник. Да, ну вот, вот я бы такую себе взял, и действительно можно косить 12 соток и не уставать. Чистота! Вот она, функция пылесоса. С вами был Андрей Мамченко. До новых встреч!